Всем здравствуйте. Я корреспондент Серёжка. И сегодня я расскажу 10 правил выжить в лесу. Итак, мы отправляемся в лес. Да вот мы в лесу находимся. Первое правило. Одежда должна быть двух типов. До стоянок должно быть больше теплого, а до переходов меньше теплого. Второе правило. Не тратьте лишнюю энергию. Если вы остановились, старайтесь не делать лишние движения. Третье правило. Если вы идете по широкой тропинке, никогда не сходите на узкие тропинки. Четвертое. Если вы сбились с дороги, идите обратно по своим следам. Не пытайтесь двигаться вперед, а то это возможно, что вы идете еще глубже. Это пятый пункт. Вы на ягодах и на грибах долго не продержитесь. Это энергия, чтобы человек нужен белок, что есть в мясе. Вот поэтому делайте капканы, петли и пытайтесь поймать это животного. Это шестое. Ягоды можно кушать те, какие вы знаете. Если вы заработаете отравление, выжить шансов мало. Седьмое. Укрытие спасет вас от ветра и дождя, но не от метели. Поэтому понадобится строить укрытие чума. Восьмое. Чтобы выйти на тропинку, ищите следы животных. Большинство из них только ходит по тропам. Девятое. Если вы очень сильно устали или хотите спать, это никакого случая не садитесь на снег. Если сядете, это последний раз в вашей жизни. Даже если вы очень сильно устали, идите это укрытие. Или распалите огонь. Но ни в коем случае не отдыхайте на морозе. Пятый последний пункт. Это нельзя пить холодную воду или кушать снег. А то ангина обеспечена. Это раз. Это рантура. Тело лопандижается. Это два. С вами был корреспондент Серёжка. Всего доброго.